Всем привет! На этом уроке я покажу, как из фотографии сделать работу в масле. Это несложно. Для начала мы загрузим любую фотографию. Я приложил вам фотографию лошади. Можно попробовать другую фотографию, но проще, если я покажу на лошади, потому что в пакет вошла кисть Mix 2.0 и Mix 2.0 мягкая. Mix 2.0 она будет использоваться для основных текстур, а Mix 2.0 она больше для волос и каких-то мелких деталей. Давайте возьмем с вами кисть Mix 2.0 и на слое, где у нас фотография, мы начинаем мазками смешивать краски на фотографии с помощью данной кисточки. Вот так вот делать не надо, потому что мы с вами берем отсюда какой-то участок краски, и он у нас просто потом по всей фотографии размазывается. И поэтому нам нужны мазки. Как будто мы с вами и правда рисуем маслом. Итак, потихоньку и понемногу мы с вами начинаем заполнять всю нашу фотографию. Как только мы закончим с основной частью фотографии, мы с вами перейдем к проработке волос и возьмем кисточку 2.0 мягкая. Так как волосы у нас редкие, то в составе кисточки зерно, извиняюсь, в форме включена такая форма, чтобы она делала пряди. И также мазками начинаем смешивать. Можно менять размер, догонять, чтобы работа получилась более аккуратная, особенно если вы будете работать с фотографией людей. Данный способ создания фотографии маслом, это, конечно, относится к более такому развлекательному контенту. Не надо пробовать на этом зарабатывать, говорить, что вы рисуете маслом, потому что вас, я думаю, рассекретить тех, кто понимает, как настоящие художники рисуют маслом. Здесь мы с вами делаем только имитацию. И в итоге, в конце, у нас с вами должна получиться, ну, примерно такая работа. Имитация масла. Ну и чтобы сделать нашу картину более цифровой или интересной, мы с вами еще можем поиграться с карты потом градиента и сделать, например, синюю лошадь. Ну, это я для примера сделал. Смотрится тоже интересно. Вот, в принципе, таким несложным способом вы можете смешивать краски на фотографии. Еще раз обращаю внимание, мы делали с вами это не через палец, как мы привыкли, а делали через обычную кисточку. Буду рад видеть ваши работы в сторис, либо в постах, либо в рилс. Не забудьте отметить меня, мне будет интересно посмотреть, что у вас получится.